Все около ранца, все прыгают. Ну, типа, вот, кто-то вызвался остаться, но он, не знаю, свято, с На этом корабле должен быть один танк, как останется здесь с тобой. И кто-то будет заливать трэш, потому что иначе он вырастет и начнет шотать здесь танк. Да ну, мы его сломаем, ты что, не шути так. Ок, Я я с тобой серьезно. остался, Холи Дринк. Понял, да-да-да, я знаю, это, конечно, тут два танка за глаза. Этот, Радник и Холи Дринк, останьтесь, вот тут, тут барышня пугает нас. А пушки, ваша задача в идеале, да? Стрелять по дальнему борту корабля, где стоят эти парни с ракетами. Стамину дайте. Это будет супер после спадения... Про бафы забыли. После заморозки с падения я кулак по пушкам, ты каску. Пушки еще бафуются, что ли? Да. По-моему, фиксили. Это, кстати, огненные штучки на краю, они вас выкидывают, не стойте на них. Они вас выкинут с корабля. Это в Хэме такая единственное отличие, поэтому улетите, сдохните, конечно. Будет. Уже минус один. Ну, онлайн на войну летел, я не успел предупредить. Как будто они в 10 гер не были. Ну, полежи. Может, и не был. Отдохни пока. Блять, скинули. А чё, это парни, а чё вы стоим-то? Чё стоите? Вы все уже должны быть там. Я оставил здесь двух половинок. Вы что, уже... тактику забыли или что, блять? Чё вы ебаете? Вы вот тут бегаете все, останьте это. Вот Холи Дринк, Радник и Святос остаются, остальные уже там должны стоять, курить. Радник, каску дай по пушкам. Что-то вы, конечно, корки мотите. Нет, 8 боссов ебанем сегодня, если... А, у нас 2 часа только. Да не, время. Завтра добьем, чем у нас будет дождь. Я через полтора ухожу. У меня РТ. У нас сегодня лишь героический. Джомами, да? Нет, я вокзал тогда. У Джомом дела сейчас получше, если честно. Ага. Но я просто сейчас не хочу к ним. Что-то мало урона там, походу. Полис, пойди тоже на тот корабль, а там не справляются парни. Долго очень мага заливаете. Частицы. Они уже съебываются на следующем. Гримзол, похиль, сядьте вместо пушки, вместо гримзола кто-то в пушку. И ДЦ в пушке, блядь. Мне спрыгнуть, может, сразу с корабля? Хильте меня, блядь. Стой, ты нормально все это, не переживай. Чё за хуйня? Вы хилы, блядь, вы должны хилить меня, а не сидеть в пушках. Да они в пушках, я их посадил туда нормально. У тебя 3 хила, тут хилить больше, кроме тебя, некого. После этого мага улетаю. Здесь 2 хила. Айновен тоже точно, Айновен отдыхает. Да, я чё. Да, Поле паладин справится. Конечно. Вот ману ему залейте. Ну смотрите, блядь, вы понетесь. Все, улетайте, парни, улетайте. На наш улетайте. Овергировай ДК, сейчас затащишь сол. Все, возвращайся, как там улетели, возвращайся. Бидон. Сука, бидон, блядь. Пизда его. Хер, блядь. Это, бидон встать можешь? Это, Вадикон, найди Айновена, подними, пожалуйста. Вставай, бидон. А, ты на том же корабле встанешь, да? Не-не, погоди тогда, когда туда прилетят. Там стаки слетят, сразу войд, топай. Все, вот Айновен тебе подключился, он тебя сейчас похилит. Все нормально будет. Все, перелетели, перелетели уже. И добиваем эту шляпку. Только и нырок дайте по Айновен. Бафы там, блядь. Блять, это самое. Палка с леди консул. Я дал 2 носка. Не знаю, выбор сложный нахуй. Вообще я хочу Вадикону еще какому-то локу и Песа дать. И потом уже думать. Ну, Равис, ты говоришь, мейн сова, это все охуенно. Ну, это. Потерпите, блядь. Нет, тебе нужен чистый дамагер 100%. Да к тому же, блин, через 3 кд эта палка нахуй никому нужна не будет. Я бы лучше Владу отдал. Как раньше, наоборот, то же самое будет. Я сейчас никому не нужна особо. Если палку до конца не забираете, то от нее смысла нет, вы ее выкинете. Если тебе 2 носка не нужна, дай там Вадикону. Дай Вадикону тогда, в другой раз полутаешь, потерпишь. Я все равно, когда конечно. Вадикон, ты же не против тебе пуху будешь делать? Ты ж плюсовал. Вот. Дай Вадикону, пускай он делает. Я так спокойнее буду. Лутанете нахуй. Она раз в неделю падает, эта пуха.
Я тоже себе хочу носовую на ШП, блять. Я подожду хоть полгода, мне вообще похуй. Ты и потому как танчишь, ты хрен вообще скоро лутанешь его. Блять, хуёво начну танчить и все. Не-не. Ну вон Биг Дэм, блять, он-то ходит. Биг Дэм тоже. Сначала вот эти лутанут, кто без вара, который 20к дает. А потом мы уже на твинов будем лутать. Месяца через три, нахуй. Ну, через два. Чё, последний маг, давайте, навалитесь. И добивайте сразу пушку. Ваш посох нахуй не нужен вообще. Ну вот, блядь, это ты сейчас так говоришь. А потом я тебя передамажу опять, блядь. Ну, вот как будет рыжий топор, тогда уже можно о том себе поговорить. Мне интересен Сурок сейчас, какой ДПС у нас будет. Тухлый тоже интересен. На Сурке 5 хилов излишне, если можно кого-то спекнуть, спекайте. Ну, грим пойдет, по-любому. Да и все, остальных, по-моему, нету нормальных спеков. У меня нет спека здесь вообще. Там аж все. О, бля, две головы. Осколок еще один. Самое дерьмо упало. И ханту нет. Ханта нет, да? Рарник сегодня везет прям. Пиздец. Аскер разобрат повышен, да, осколок? Параши выпадает. Да. Возьму на трансмок. Войт, запустишь, пока ты трэш ловишь? Да, давай я лучше сейчас раскину эту парашу. Две на распыл. Я возьму на транс. Это на распыл, да? Ну а чё, это надо кому-то? Голова, дух, крит, нахуй. Я чё-то сомневаюсь, что это кому-то надо. Никто не ролит. Тэшников нету. Ну а запы это что? Это энх или хант? Ханта нету, энх. Может даже вару какому-нибудь? Да какой вар, нахуй, с интеллектом? Вара чарк. Ну, у меня что, почему с интеллектом он не вару чарк? Рыба в бой. Да, сейчас. Ставьте рыбу. Сейчас, секунду. Тоже распыл, короче. Себе на АДК одену, нахуй. Это тоже ролим? Это равнику. Как ставить больше? Ранник, сколько у тебя уже? 47 у него. Пока ждать эту минуту без понтовой. Возможно, эту неделю, да, соберешь. Ну сейчас посмотрим. Ну хотя нет, следующий. Бля. Фласку на ДД. БКшную, кому надо, обмен войду. И это фулл рыбавки, да? Рыба вон она стоит. Я смогу на следующей неделе нормально рейды, блять, он испоганил экспертки. Ну сейчас по... Сколько там? Три осталось тебе? Три осколка и минимум четверых боссов вы еще убиваете. Потенциально этим рейдом. Сейчас еще и более гер дропнется. Слушай, почему четыре босса? Мы на фулл идем. На фулл, конечно. Вы чё, блядь? Ну это не сегодня. 13. И не завтра, блядь, и не послезавтра. Сколько из-за вы там, вы не шутите, леди самый сложный босс был. Вы это скоро поймете. Где-то в районе профа, возможно. Проф это пока до профа не дошли. Да, дойдете, какая проблема? О, Герка? Прождем. Это не обычка, тут как бы желательно в трэш свичануться, а жестко его отхиливает. Поэтому так, между делом.
Так, если что, Войт, он бьет меня, не нажимай там ничего, это анимация просто. А, я вижу. Богаюс никогда в жизни этот не исправил. Что ли? Ну да, опять. Ну да, он типа на меня смотрит. Не-не, он меня бьет, меня бьет. Бьет тебя, а меня смотрит на меня. Да, да. Ну это пофиг, он повешает, это все равно правильно. И на меня же вешает. Да это просто анимация. Я-то эту хуйню все знаю, можешь мне не рассказывать. А, ну все тогда, что ты? Пугаешь меня таунтом. Начал переживать даже. Ну это ты массовый дал, да? Я понял. Ты этих танков ДК в Т5 не видел, да? Я играл. А, играл? Угу. Просто в Т5 ДК это худший из всех четырех. А прото? В смысле, протопал? Протовар? Да. Протопал. Все хороши, кроме ДК. Ой, Коли Дринка потеряли. Хотя... Не, ну, ДК тоже, у него есть там плюшки, но он намного хуже в сравнении с остальными. Что, БР дадите? Да, конечно. Вадикон, подними, пожалуйста. Ну, КД. А, да, где? Ой, ну тогда ровист. Главное это метки, парни. Не потерять метки, то мы никогда не убьем. Давай, Гримзол на ману, хилая читай на ману. Да он ЛМ. А, я понял. Ну ГЦ что-то. Минра, дайте там по буряу. Да, у него 40%, все, это же бесконечно. Все нормально. Мы уже убили. Пока нет. Ну, тупо босса. Забери, у меня там таунты кончились. Опять Холи Дринк сдох, да боже мой. Да я А не, Сурок. А как трэш ты... на себя забрал? А, да пока забрал. Ты мастаун дал, что ли, вот этот правильно? Ну, да. 360 лайков. Я сказал, что Воля упадет. О, Лёща, блядь, а я не полута. И наименный Рарник заберет. ГЦ? Кого-то с Воли. Данный. И осколка. О, еще один осколк. Асгера, считай, постоянно. Ну, Рарник осталось два, давайте эту хапузу с гнилобурдом запинаем. Чтобы жестоко не была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Обычный бесплатно, героический 500. Портал открыт? Открыли, да. Это не вопрос. Ты мне это крутой дал? Да. Он сверху дался. Сейчас его линканем на ролл. Один. А что, два обычных упали, да? Не, не очкуйте, сейчас все будет. Подтягивайте очунку. Погнали, трэш бить, время много. Токен завоевателя. Кидайте ролл на токен завоевателя.
Кто там? Это героиня? Получается... Да, ну, героический. Ну, вот выше рарника никого нету. Рарнику передашь. Угу. А что ролл кидать, зачем? Ну, просто видеть, чтобы... Что, кому он нужен. А сначала... Так нет. Оно да, рарник, потом имя имен идет. Ну, первый рарник сама. Пойдем, пойдем на челку. А у кого он? О... Не скажу. Там, когда отдаешь обычный, он, ну, название у них одинаковое, и он отдает аддон из сумки, из сундука, отдает то, что сверху лежит. То есть название у них одинаковое, он отдает вот этот верхний, блядь, сумку. Я отойду. Блин, еще три саранита заберет, ё-моё. Войд, угу. Дай мне ЕП, и мне надо идти. Найдите замену. Кто-кто это? Полидринг. Так, хорошо. Так, ну леди, первый килл 1000. И чё, мы убили 4 босса? Ещё... Видите, что не ДЦ? Маги. Я видела 2 мага. А как тебе маги здесь палят? Магия. Значит, к престам уже надо, к паладинам. А маги сейчас это не диспелят. А, не проклятие. А призан это он Энг, да? Или... Ребята, давайте удачи вам. Давай пока. Давай пока. Сегодня маги крайние, блядь. Так, если Холидринг уходит, кого мы взяли? Тилару ты взял? Ханта добрал, да. Ну, потому что этот, типа, с шаманом не знаю, а Вар же сам попросился уйти. Типа, он устал тратить, поэтому, наверное, устал. Не, он не устал, он уступил место Святосу, чтобы тот поиграл. Тот-то редко играет, он из-за учебы или из-за чего. А, ну ладно. Просто он в чат писал, что это, типа, бесперспективен. Без... Я, блядь, не выговорю. Бесперспективно, поэтому я подумал, что он устал, мало ли. Ну да. Ну, получается, проблема в тебе была, наверное, раз ты упал, надо убили, как бы, ну ты сам сказал. Ну да, людей в контроле убивал, наверное, да? По-любому, шотал. Просто сейчас у чего с этого, с тухлого падает же пояс бисовый на ханта. И терять его, так как у нас не будет ни одного ханта, это как-то обидно будет. Предлагаю, да, все шмотки распылять остальные. Кроме хантовских, да? Нет, вообще все. Ну типа... Какого хрена, если мы что-то выкидываем, давайте все выкидывать. Может, такие зубы садить? Нет, но есть шмотки мусор вонючка, даже. Там вонючка, сосредоточься. Ну, а кисы это то, просто приор большой. Может, он что-то полутает. Это грим поставить? Да. Призан, ты, кстати, как думаешь, с акисой свичним тебя? Вы, кстати, там... Вы, кстати, там не уходите далеко. Не с тобой, с Призаном. Если у Призана меньше, чем у Акиса. Если Акиса хочет что-то забрать, какую-то шмотку. Акиса, глянь там. По Атлас Луту. Надо что-то тебе, нет? Один токен по Атлас, что ли, да? Ну да. Один обычный, один героический. Печеньки, те обычные или героические? Но героические только с квартальным профланом будут, Синдра. Ну сейчас и профа, и ладно, Синдру убьем. Или чаще пройдем. Сейчас каждого одна печенька, да, правда? Героическая. Да. Да. Одна героическая, одна обычная. Ну какая хуйта. А может же быть такое, что две героические выпады? Нет. Ну, я что-то такие. Не знаю,
25 тел идет. Ты но стресс ушел на сегодня, да? Я просто не вкуриваю. Мне кажется, он здесь. Вы хоть говорите, но он мне в ПМ пишет вам. Ты мне напиши, ты ушел или нет? Скажи что-нибудь. Я думал, ты квесты пошел делать. А ЕП затрейдил? Угу. Уберешь? А, пойду похлопаю. А Дредка... Неровская. Дредка это чей хант, он зайдет, нет? Там не разницы нет, что делать. Блять. Пошли нахуй. Пособирал души. Опа. Вот за это сколько КП надо давать? Интересно. Боешек нормальных не падает. Это самые лучшие боешки. Собирай души. Собираю души. Спасибо, Лёх. Смотри, смотри, валит. Это когда кончится-то вообще? Мы что, шутка? Шкафаните Локи, пожалуйста. Кафаните. Да, туда же ставят. Тыкните. Кого там сумонили? Да хан там сумонил уже. Подтягивайтесь. Ну что там по поводу тактики будем? А какая тактика? Что по поводу Акисы? Ну чувак реально сидит с топ приоритетом, блядь, и на замене. Я могу уйти на замену, это Песа. Не обломаюсь. Ну давай, если хочешь вступить, то давай. Уступаю. Суманем. Нажимай камушек. Суманем. А как Акиса оказался на замене? Там на леди где-то. Песа, прожми тогда камушек, раз ты уступил. Сам попросил, он сам уступил. Акис. Да он нигде не тупил, блядь. Его посадили просто там, потому что это лужа развивалась. Это крутые ребята, у которых есть 20 тысяч в энхе, нахуй, и еще хилоспек, которым они хилят рейды, блядь, потому что некому хилить. Такие же, как и Гримзол, как и Хэлла. Ценные очень. А мне в хила спекаться? Нет, нет, 5 хилов вот есть, которые... Да, блядь, пусть Гримзол спекается в ДД, я похилю и все. Чего ты... тебе хочется, захилить тебе? Ну давай. Это кто, кто говорит? Это Синтек. А, ну Эрдруто здесь, Эрдрух, Эрдру кайфовый, без Эрдру хуёво будет. Да, можно, рыба, более можно от житься. Всех хантов, ой, этих, блядь, не хантов, разбойников. ППС обратно, там хант чилит. Да, хант что-то ушел. Не буду топить больше ни за кого. Поставь рыбку, пожалуйста. Правильно. Все, фул рибавчик. Этот, тактика единственная, чем отличается, да? У нас тут справа вон там стоит проф и бросает свою банку. Я на рарника поставлю квадратик, наверное, да? Не сбивается же квадратик у тебя. И этот. Милики, вы все стоите в левой ноге, где рарник начнет. Сразу же. И это, если бросается вас, зелененькая сопля, вы убежали под правую ногу. Understand? Такая зелененькая капелька будет на полу. Только не вот так стоите, как кот, а чуть левее, то есть вот отсюда. Прямо ребята, сбоку. Дайте дживса, пожалуйста. А начинаем все под боссом бить? Нет, нет, это же ХМ. В РДД также разрозненно стоят дистанцию максимально друг от друга. Никто не стоит, потому что урона будет до хренища. И этот, милики начинают вот отсюда, я вот, ну вот, рарник подойди в квадратик, встанем сюда. Вот, все милики в квадратике начинают. Если сюда в квадратик летит сопля зеленая, вы перебежали на правую ногу, на другую, и все. Главное, смотрите под ногу. Там, я не знаю, кто из миликов, история, кто и видит, анонсите.
Что? И это, что у нас по хилам? Этот, звездочку стал этот, Айновен. Я поставил, пускай два пала это, бьют автоатак, это ману рест. Вон Эрдру в звездочке и бидон в кружке я поставил. Есть у кого-нибудь? Нет, стоп. Там не, хочет, не, хочет он, не хочет она под вот, боссом стоять? Нет. Полипалы просто, да, они могут не увидеть пельмени, ну не хотят смотреть за этой фигней. Ну хорошо. Вот, пускай так. Айновен, ты тоже? Или все-таки под боссом? Ты под боссом будешь, Айновен? Да, да. Ну все, и тогда в квадратике все, кто под боссом. Дерево, ты лучше в РДД. Пускай баланс. Сносим все споры. Че? Сносим все споры. Не-не. Да, ну, кто... Давай три, пускай будет три. Вот метки стоят, каждую метку по одной споре и миллизона. Все, будем поэт прям четенько, поэтому. Гера будет с пула. Все готовы? Подождите секунду, сейчас камень сделаю. Ты там мне, если что, каплю оформишь, уже после этой гнили будешь собирать. Просто есть другая вариация со спорами, если позволишь рассказать. Ты хочешь снести все, прожать деф и сразу... Ага, вторую и пятую. Ты этого, мы не умрем? Ну, под дефом, в принципе, жить можно. Ну, за что, типа, настолько ДПСа тут не хватает, что ли? Сейчас я проверю. Ну, не знаю, мы в экзах так бегаем. Давай по стандарту, а если нет, то... Тут как вам удобнее. Короче, Синтек, отойди со звездочки, пусть хулипал там стоит. Еще один РЧ, и все, стоим долго, трендим. И погнали. Капли эти оформлю, когда у него стаки будут. Я скажу, когда там, когда уже не, пол чистый будет. Тут... Да чё дал на пул там, войда хотя бы сплайлись. Надо, не надо тебе он. Слишком крутой. Всё, и дистанцию главное, это дистанция. А милики смотрим под ножки себе. Геру. Да, Геру спла, конечно. Уже должна была быть. Шесть человек в метки. Пельмень залутали. Хреново, парни. Перебегайте за квадратиком. Не теряйте ДПС люто вообще. И дистанцию обязательно. У меня квадрат светил. Блин. Ну, в общем, давай тебе что-нибудь такое. Давай печенюшку дам. Выбеги кто-нибудь один выбежал. А, шо. Половина миликов в этом дебате. Парни, чекайте. Поздно вы чекаете, короче, трындец. Я сейчас попробую вам анонс сделать. Погнали. Все под правую ногу встали в общую кучу. Все под правую ногу. Убежали. Убежали оттуда теперь. Все, убежали, видим. Все. И стоим все в одном кемпе, чтобы было видно. Свободно. Что, три стака еще живешь? Частица, да? Да. Сейчас скажу, через... Через 5 секунд, да, через 6. Через 3 секунды кидай кап. Все, мушки. Берегитесь. В это, в ПЭС летит? Берсе. В принципе, по притекам идем, да? Все, хильте флегматизма прям вообще оверкнил. А, ты девятку? Да, забирай. Забирай. Или ты таунтил уже? Я чуть не заметил. Я уже забирал, ага. Передам. Этот. Интек, дай инер по буре. Равист по ДЦ, инер. Бежали. Вадикон по бидону, инер. Да по мне вроде рановато. Пэса летит, пэса. Равист побурял, да, Инер?
хила не, резать не будем. И этот рисун, да, это Буряу, да, этих похули половина. Резать будем, и хилы все четыре сухие. Ну вот я чё, давай, 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 Вадикон, подними Айнавена. Ставь тотем, ставь тотем, хилая на ману читай. Метки разбедитесь, одна, а, поздно, уже понял. В ДЦ-шку летит, ДЦ. Да, да, второй он уже подряд. Бега. Через 5 секунд буду забирать, на войда готовьтесь хилить, частицы на войда готовьтесь. Куда-то миликов, наверное. Секунда, забираю, все, войд забрал. А, блядь, не увижу. Сану, ну так. Сейчас миликов, миликов летит. Ну, с запасом, да хуя. Да, нормально. Я думал, будет хуже. А, ну да. Да люди-то ДПС дают нормально. Миликом. Ну, ну только что вот если пельмени ловить не будут, там не 12 тысяч будет, 18, 20. Ну да, пиздец, сорян, блядь, вообще ДЦПшник. Ебать его в рот. Там просто это, проблема в том, что надо... 5 раз пельмени поймала, блядь. Точнее, стоять, типа, не видно, корова. Хуя, блядь, когда все в одной куче стоят, просто нихуя не видно, блядь. Просто кровь, стоит, кровь кому? Вадикону. Вадикон. Ну типа я забыл, что ему посох дал. А мне квест надо взять, наверное, да, чтобы ну, кровь купить? Ну да, да. Пока что тогда, что это, перчатки? Джейвс будет у кого-нибудь? Нет у него кого Джейвса? Если нет Джейвса, я просто пойду чиниться, мне сумоить надо будет. Дикон на порту. Джейвс? Да я уже камнем улетел. Это Грим, спеть мне схила, пожалуйста. Значит, я тоже сваливаю. Перчи, я хуй знаю, что это крит, хаст, силовые ретриковские, да? Да, мне не надо. У меня плечи, потому что... 10% жмите там, если вдруг кто-то когда-нибудь будет носить. Ладно, это... Ты это что, это крит меткость энховская или что это, блядь? Помогите Вадикона. Ты взял квест, да? Да. Это шкафаните, давайте суманем пареньков, чинящихся. Блять, где ты, Вадикон? Тебя что-то не видно. Я бы дал, дал ранее. Суманите Вадикона. Скажешь, как суманешься. Короче, сейчас сколок не упал. Все, в целка. Так, ты водишься с ней, да? Угу. Сейчас объясню момент самый важный. Милики, когда босса войд поставят, вы встаете, прям надо зайти в текстуру правой ноги. Прям стоять внутри нее. И не двигаться. Когда он повернется, плюнет вас, и если вы не получаете урона от плевков, вы стоите вообще идеально. РДД, у вас еще сложнее задача, вы становитесь по кругу, полностью по кругу. И, наверное, допустим, я раскину хилов сейчас на Верочку так. Буряву в звездочку. Мы так умрем. А, стоп, не видишь, да. Ты забыл. 4 человек. 8 человек. Че? 8 человек на рейндж плюс, ты 9 для подстраховки. Хилы в центре стоят. Я сейчас и отправлю РДД, я их хочу накинуть. Тихо, дайте я договорю, наверное, эксперты хуевы. В общем, я тебе 2 хулипала в мили пойду. А, грим станешь, звездочку, пидон в печенюшку. Ну, это в районе примерно, чтобы вы держались этих зомб. Ну, ДЦ где хочет, и синтек в тусы. Я это уберу. Просто запомните, ориентировочно, чтобы на одной стороне не было хилов, чтобы кто-то не дотягивался и так далее. А остальные РДД вы выстраиваете в цепочку. У нас вообще есть столько РДД, да? Раз, два, три. Ну, есть, хватает. В цепочку выстраиваетесь, и как вы поступаете? Допустим, если вот отсюда из бидончика, да, льется лужа зелененькая, те, кто стоят ближе к этой луже, да, вы, понятно, отступаете, а те, кто видит, смотрят на них справа, да, видите, что на вас отступает человек, вы тоже отступаете чуть-чуть.
То есть один человек в одинокого не пробегает миллион километров, типа, и не теряет свой миллионный ДПС. В общем, уступайте, смотрите и обязательно не стойте вместе. Если он повернется плевать, и вы еще одновременно плюете, это ваншот сразу. Типа, это будет потеря-потеря. Поэтому соблюдайте дистанцию, смотрите внимательно РДД на колбы эти. Это не ваш босс, это типа босс для миликов. Нифига, печенька меня в самую жопу выкинула. Ай, ПГП. Пожалуйста. Ну что у нас по ДЦ, если АДЦ, да, два носка, раз, это 5, 6, 7, 8, 9, я 9, да. Не, нормально, ДЦ можешь в мили пойти. Но если кто-то сдохнет, ты выходишь. Хорошо. Просто из мили всех достаю. Окей. Что, Малефисцис готов? Помогите, пожалуйста. А, здесь, что ли? Тыкните. Так, а мне вот синтек туда вставать, а то я что-то просмотрел момент. Можно еще раз, ну, на самом деле, чтобы, блядь, на Верочку пока сумонится там? Хорошо. Вот, парни, в общем, главное, вот смотрите, вы сейчас стали по кругу, да, типа, это вот примерно так вот. Я пытаюсь объяснить, сейчас у меня слова не могу подобрать. Главное, чтобы хилы стояли равномерно, плюс-минус, да? Но у нас три хулипала, это, наверное, хуйню я несу. В общем, стойте, вот как стоите сейчас, дистанцию набрали, вот так и стоите. Единственное, что меняется в ХМ-ке, это то же самое, как на тухлопузе. Вы подбежали к друг другу, вы заблевали друг друга. Поэтому у вас РДД очень важно стоять на РНЖ. Вот вы сейчас стоите на РНЖ, вот так и стойте, не сбегайтесь друг к другу. И вот я то, что объяснял, если с банок льется лужа, вот на сову вот здесь лужа льется, сова отходит вправо, да? Хэлла не стоит, не смотрит, как сова мимо него пробегает. Он тоже отодвигается вправо и уступает чуть-чуть место сове. И типа они вдвоем отодвинулись, каждый сделал по пару шагов. Все. И, типа могут бить дальше. Если сова пробежит сквозь Хэлла и, не дай бог, бросится плевок, будут блевать двое, босс повернется, это ваншот. Типа это не отхиливается. Вот в этом суть. Ну, типа, мы вообще, по идее, если не потянем, то будем жрать сопроты. Но у нас 6 хилов, но мы должны, по идее, потянуть. Там этот грим поставишь, тотем на резис в центр, и будет нормально. Все готовы? Даю отчет. Просто больше урона, и будете блевать, если будете стоять друг с другом вместе, обниматься. И все. А урона в АУЕ будет намного больше. Геро. Да, давай, Геро, давай сразу. Что экономить-то? Милики, кто урон не получает, сейчас, значит, идеально стоит. Лужица разливается, где сова. Бежим. На тебе длань, сова, убеги. Убеги, сова. Милик, выйди. А, на духе волка, понял. Грим, забеги, сведи, пожалуйста, слизничков. Сведите слизничков. Забеги в мили, Грим. Или кто там, выбеги, призом. Сводите, сводите, сводите. Хорошо, все, по позициям, сводите, по позициям, обратно. Лужица дальше льется, не стоим, смотрим, двигаемся. Набираем дистанцию, держим ее, точнее, всегда. У нас кто умер? Минус один, выбегаю. Выходи. Там это, бидончик беги, там уже лужа за тобой разливается. Хэлло, у тебя встать есть? Я уже вставал, меня не хилили. Понял. Ну тут нереально, если типа вот такая фигня, то это конец. Нет, тут жопа, ложимся. Это не поднять. Все там в лужицу забить. И где так били, ты мне расскажи, откуда такая тактика? Первый раз такое вижу. Ну, в смысле, а ты как вообще, как его бьют? Ну хилы в центре стоят, чтобы прохиливать 8 РДД. Ну так стояли три хила в центре. Сейчас заблевались 5 человек, в том числе 2 хила. Ну, появилась под ними, да. Появилась под ними лужа, и они сдохли. Ну, это вообще это их косяк получается, а не тактики. Ну сейчас давай всех хилов в центр поставим и РДД выдернем поименно. Ну, так и надо.
Как тебе хил будет хилить, если он заблюет? Как он будет хилить? Это уже минус. И как хил будет хилить на бегу, когда лужа разливается? Он же с лужи должен выйти, правильно? Вообще там лужа, она не сразу разливается, кстати, еще не сказал, да? Может, в обычке насрать на это? Это да, она не лужа сразу разливается. Но все равно ему бежать надо. Вообще, сейчас нас троих, мы стояли, был губительный газ, мы блевали, и в этот же момент появилась лужа. Ну, это... 2 секунды еще было дебафа. То есть мы бы трое? Не успели бы выбежать. Вы мы были на дистанции друг от друга, но просто кинулась старт. Он просто говорит, что это наш косяк, а, блядь. Не, ну типа то, что вы втроем блевали, да, вот то, что лужа. Типа все равно там таймеры такие, вы блюете. В пятером блевали. Ну вот, тем более. А что кидается блевотина на сколько? Да, и время разливания лужи, оно типа охренительно, лужа охренительно долго разливается, а блюют не так уж и долго, поэтому... больше реакции. Вы не ДПС должны давать, а просто жить, жопы спасать свои. Вот нет, ну так еще раз, это все понятно. Ладно, еще раз повторю. Вот смотри, блюют 2 хила, 5 секунд. Челикам надо спасать жопы. Как им спасать? Кто их будет спасать? 2 хулипала топовых, лучших из лучших стоят у нас. Ну, так они где стоят? Они с одной стороны, а умерли-то Синтек стоял с противоположной стороны. Они в центре стоят. Ну, не знаю. Хилов в центре стоял сейчас. Первый раз вижу, чтобы хилов на РДД вытаскивали. Ну, давай, все, я тебя услышал. Ну, типа под боссом обычно стоят хилы. Ну, у меня сейчас и стояло 3 хила под боссом. Это овер до херна. А хилов у нас 5. Вот 2 блевали, и все, и сдохли люди. Хилов у нас 6. А, 6? Я спекнул 6-го специально. Ну поехали. Что у нас стоит в РДД, да? У нас Акиса это энф, да? Получается 2 носка. Пожалуйста. Аравист это кто у нас? Это котяра. Зашибись. Получается 2 носка, имя имен, Hello, Mr. Land, эльф, Вадикон, взятый и я, получается. 8 тел. И на Верочку нужно еще кого-нибудь. Вон он, Песа. И вон он, Песа, почему-то в милизоне, да? Сейчас я его перетащу. Все, и вот так, хорошо. Всех, кого назвал, все тусят в РДД. Они и так тусят в РДД. Они из-под босса охуенный профит дадут хилы, прям они никого не уронят. Я знаю, просто не знаю, мы почему-то как-то не парились. Ну, пусть будет так правильно. Я просто первый раз так вижу. Он не под босса? Синтек, это под босса, да? Хорошо. Да. Окей. Давай еще раз пересчитаем, что там получается. Третья, четвертая пати? Кроме Синтека, да? И Рависта. Да, кроме Синтека и Рависта, вот, даже и ты девятый, вот, как изи. На Верочку, да. Рыбку поставь. И поехали. Драться. Что-то там реально какой-то велосипед был. Да не, я реально только первый раз увидел. Я бы не пиздел, если бы я такое уже играл. Да я не знаю, что-то в башке так отложилось херно. Сейчас, значит, убил. Ну еще лайфхак есть. Типа, если челик на РДД, допустим, 2 носка получит дебаф, вот эту чуму ебаную, и в его будет блевать, то либо ему как бы глыбу сдать на этот момент надо, либо диспейлить надо хилам. Ну типа, сейчас пока мы с этим не столкнулись, если столкнемся, я уже об этом скажу. Это уже нюанс. Я там, если что, кому блайн дам, еще что-нибудь. Равис, ты готов? Чего тебе не хватает? Что-то... Кулак дай, типа, коту. Рарник. И Герус пула, парни, сейчас дайте. Я по отчету там. Губительный газ заражает 8, да, человек? РДД-шек. 8. Ну, держи десяточку на Верочку. И все. Тут место-то до хрена для вас 8, просто миллион. Рарник, ты тут? Пока ушел. Дай, порогом кулак дайте. Устал, походу. Ну да, он в одну треть кидает. Если типа... 8 человек стоит, и один сдохнет, и будет 7 на РДД, то он уже может и туда кинуть, и в мелизону кинуть. А кинуть в мелизону — это вайп. Рарник хавает, и даю потихотчет. И погнали. Главное РДД, когда вы... Ну, когда разливается лужа, вам нужно это заранее чекнуть и не через мелизону заходить. И как взятые тоже не подходить вот даже близко к мелизоне. Я на рейнже стою нормально. Ну мало ли. Тебя не посчитает как этого, как РДД, и типа заблюет всю мелизону. Не знаю, я дальше стою еще мельки. Ну понятно, но там же определенная зона есть.
Плюс еще это Сирус, как бы здравствуй. А там дистанция до цели считается. Ну, хорошо, если так. Видите, кто там? Грим, выйди из мили. Выбеги в слизнячка вон того, дальнего. Грим, выноси, выноси маленького слизнячка. РДД не зайдут внутрь. В другую сторону, он с другой стороны, с другой стороны. А, вон уже появился, все, давай, в мили, все, все. На ком? Синтек, выйди в РДД. Сведи маленького. С другой стороны от ворот. Нет, 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 не в большого, маленького, в другой стороны. Другой направо, Синтек, направо, направо. Твою мать, как тяжело, боже. С другой стороны от ворот. Вон маленький, видишь? Вроде приз, подвинься, подвинься маленько, подвинься вправо, лево, там кто там слева стоит, шамат. Двигайтесь, парни, двигайтесь вправо, видите, они свободно здесь, вон, что прист, что имя имен, двигайтесь. Большой через тебя проходит, тоже шевелитесь, не стойте, не давайте свой ДПС, он не нужен здесь. Грим, выйди опять, маленький, с другой стороны, со стороны от ворот. На ком опять? Святос, выйди, не подходи, не заходи в миллизон хэлла. Святос, выйди, маленького, сзади тебя. Сведи. Вот это вот мутирующая инфекция. Хорошо. Угу. Водикона не пробить. ДЦ, вот. Выйди из рейда. Иду. Рею захильте. Выбей или в чем? Нет, рыбь, поднимай, ага, поднимай. Водикон, поднимай. Водикон там как плевать застанет за это. Буря мань выйдет. Бидон, тотем, килая на ману. Водикон встал. Водикон аккуратно. Все, ДЦ можешь обратно заходить. Готовимся ко взрыву. Где взрыв? А, понял. Огненная херня. Это, Грим, выйди опять. Двигаемся, 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 служим. Опять там же, Грим. На той же стороне. Двигаемся, РДД, двигаемся, больше дистанции, да. Иннер равист по бидону. Водикон по Инновену. Рарник, выйди, сведи. Ясно, ДЦ вышел, этот Грим тоже выходи. И Синтек тоже выходи. Нет, ждем, ждем взрыва, готовимся. Каст взрыва пошел, стоим, побежали. Побежали. Да, маленького, маленького. На ХП Песса давай. Все, все на ХП и Килай тоже. Все, сбежались обратно. Обратно сбежать. А, ну надо заплевать. А, мать. Да хуя подохли. Еще раз. Это РДД, которые сдохли, да? Там кто? Эльф сдох. Ну, Водикон. Или... Нет, не Водикон. Кто-то вы сдохли пачкой. Вы нахера вы свой сраный ДПС даете? Вы стоите втроем пачкой в луже, не блюя, и даете ДПС кнопки. Вы должны держать позиционку. Вот давай, давай, должны... давай, давай посмотрим, как сдохли конкретно люди. Вот за Водикона я видел точно. Потом три тела лежали. И кто, скажи, имя имен, и кто еще третий лежал? Взятый, да? Нет. Давай смотрим. Лежал имя имен, и я не знаю, третьего я не видел. Я... Вы смотрите, вы должны. Ваша задача спасать миликов от вот этой блевотни. Вы должны держать строгую позиционку. Вам даже дымажить, боже, не обязательно.
Просто позиционку держите грамотно, бегайте вокруг, держите расстояние друг от друга, сейвы жмите. Вам можно даже саппроты выдать, чтобы вы просто жили и все. Вы сдохнете, все, мы дохнем сразу, все сдохли. Ну, смотри, там Вадикон сдох, когда на нем была чума, дебаф. И одновременно губительный газ. И еще блевота идет у него. Вы не успели ну, поднять. Это, все, да. это нереально поднять. Чуму это реально поднять. Это надо сдиспелить чуму. Просто. Нет, ну, в смысле, когда у него три вот этих одновременно, то там ваншот. Ну, типа, диспелится чума. Ну, чума, смотри, минус 75% от хила она диспелится и сразу на фул поднимается. 6 хилов. Ну, это что, ты хочешь 6 хилам банда, что ли? ГП. Это просто. Нет, вот, можно просто сдиспелить надо было. Капли зубы. Это такое, типа, рандом, не рандом, в общем, а вот то, что парни стояли втроем, типа, это херово. Держите дистанцию, бегайте по карте, смотрите пустые зонки там, отходите в них. Так мы стояли в пустой... Прависта, если возможно, заменить ему, ответьте срочно надо. Как вообще понять, куда будет этот разливаться эта хрень? Ну смотри, она началась, первая разлилась, потом разлилась вторая. И вот в какую сторону пошла волна, вот в такую она и будет идти сторону. Она крутится, не знаю, по часовой против часовой. Поэтому все, это предсказуемо все. Просирайте ДПС, стопайте его, чекайте, живите. Что еще? Что еще сказать? Так, кого ты говоришь, бидона заменить? Че? Равист написал, что его по возможности заменить. Рависта я заменил на Телару. Это пока что. Давай. Да на самом-то деле мужики бахнули, леди, уже победа, все, то есть как бы, блядь, нервные обстановки надо, углы, так скажем. Соглы вообще, прям соглы. Потихоньку все чилим там туда-сюда, там вах, притираемся, нам еще и джайну хуяет там всю эту хуйню. Тактики разные бывают, притираемся. Вот до джайны. Раздуплите там Телару, он вообще играть будет, нет? Да я ему отписал, но что-то он. Ой, сколько там ты дал Рависту? 2000, да? Больше не начислял. Ну типа, что там, за леди косарь и 5 боссов. А там 1800 кому давал, это 4 босса еще на тот момент были убиты. Че, убрать Телару, да? Может, да нет, сейчас ему позвоним на телефон. Этот, может, не знаю, РДДшкам дать еще по саппроту, чтобы они прям максимально... Да, да, были. Да, да, можно, это хорошо будет. Но, блядь, вот эта хуйня, когда чума висит и на челике газ или блевота, надо сдиспелить. Если ну, вы думаете... Ну, я типа не говорю, что вы там, блядь, не знаю, 100% это делать. Это надо сделать, блядь, вот в единичном случае. Типа, ну если это не сделать, человек умирает. А если человек умирает, у нас начинаются проблемы, блядь. Можете делать, можете не делать, как хотите, блядь, но... Типа, Спокман, там, можешь последнее слово сказать, но я типа считаю, что... Нет, все правильно, абсолютно правильно, я ничего не говорю. Это, я Телару кикнул, потом накинешь ему сколько там за леди и еще одного босса, все остальное на ФК был, так что недостоин. Ой, сори, готов. И это, что там, закинешь по саппроту паренькам? Пусть будет. А у нас он притон есть, он не хочет пойти. Одного кого-нибудь. Давай, возьмем, ну, если он, это, ну... Если он в онлайне. Кидайте Войду обмен. Кто РДД? Третья, четвертая пати. На саппорт. Что-то отменилась сделка. И это, когда большой РДД подтягивается, тоже вы чекайте, вы отойдите. Мне неудобно между вами лавировать. Я там максимально стараюсь, но все равно. Если сквозь вас еще и большой пройдет, там трындец дымага залетает. Что, не идет, паренек? Чё там? Походу не идет. У нас 24. Да и в 24 убьём. Может пойдёт. Пусть БГшки. Малифицит. Варчик. Все готовы? Чё, на позиции тогда? Еще разок.
Отчет я дал. Герус также с пула. СС можно раскидать. Два БРа всего. Ну и не знаю, синтек кинь по эльфу. А Вадикон по два носка. Ой, Вадикон, говорю, а взятый по два носка. Это так. Но это уже надо было заранее, так что сейчас похер. Сейчас пока тебе делать нечего, можно раскидать. Ну давай, хорошо. Мистер Лэнд по синтеку. Имя имен по Вадикону. Взятый по двум носкам. Или нет, по эльфу пускай. Вот так будет профитнее. Закидывайте СС-ки. Вот лужа разлилась, первая лужа, все, уже надо, имея имен в другую сторону надо было чуть-чуть. Бежим, крутимся, дистанцию вообще. Вот сейчас вам мистер Лэнд уступит место, в левую идут, все, отлично. Там большой. Блядь, я пока тут раскидываю, все, четненько, сам проебал свой момент. Вон лужа разлилась, а, нет, она нифига не по кругу катает. Всех обманул, походу. Лужа хаотично ложится, поэтому чекаем. Вон, лужа пошла за совой. Там сова стоит, эльф стоит. Эльф, ты свалить уже должен, надо не докастовывать. В центре большой. И если взрыв будет, ну как сейчас, вы стойте до конца, пока я не скажу бежать, стоим прям, держимся четенько. РДД кемп, вы тоже не старайтесь с миликами соприкоснуться, там сбежаться вообще нельзя. Милики единым кемпом шажок сделали в сторону, отошли. Так, надо будет сейчас кому-то выбежать из мини-зоны.